Везли вам выпускник. Да. Приехали, сели, там у нас начинался, сюда приехали, уже вообще снегопад. А тут уже следы у нас. А какое число сегодня? 20 декабря. Ой, декабря. Октября. Так, ребятки, всем привет-привет, с вами счастливые люди. Прошло 2,5 недели, может быть, уже 3. Поехали мы еще раз за покупочками, покажу какую-то часть. Просто напомню, мы ездили за покупками, сломалась машина, пришлось вернуться. Ну и как бы денежка тоже там закончилась. Сегодня прикупились и немножко взяли вот таких конфет разных, да? Сегодня с Кириллом ездили, вот такие хлопья прикупили. И вот такие тут. Сейчас, да, еще покажу. Попал тоже. Я могу переиграть. Такие хлопья купили. Вот такой. Ну, сейчас. Сказать, давай. Я люблю. Чай любим, Кирюша, да? Это взяли чай, который пакетированный, чтобы, ну, один раз махнуть и выкинуть, это на всякий случай, потому что так мы не пьем чай такой. Ну, свой чай пьем. Так, вот такую нашла крупу кукурузную, у нас здесь взяла. Вот такие булочки мы любим с молочком. Берем просто кушечки. Папа себе хлебушек взял. Так мы пекем сами хлеб себе, но вот этот хлебушек захотел он со сметаной. Так, вот такой 3 мороженых взяли. Таких вот пекем. Сейчас покушаем лапшу домашнюю. И такой помороженый по каждому, да, Маш? Так, вот такую вермишельку беру. Беру только в этом магазине, потому что у нас нигде найти не могу. И именно, хорошо, Маш, именно, видите, она мелкая-мелкая-мелкая. Когда вы варите с молоком лапшичку молочную, то именно, чтобы она очень быстро сварилась, вот такую мелкую лапшичку я беру. Здесь пачек взяла. Не было у нас нашу перку, завезли, мы купили. Так, дальше поехали. Вот такие вот луковые кольца какие-то мы взяли. Вот такие маленько побаловать. Ну и позже Максим вам покажет там, вот что Маш... Это мы тут раз гуглишки такие брали у нас. Кто-то от них осталось. И в машине лежит еще, купили 2 мешка муки, первый, высший сорт, и купили мешок сахара. Как-то так. Останется нам закупиться уксусом. Мы берем сиртаматский уксус натуральный. До этого мы брали химический уксус, такой, который искусственный, мы его обычно, ну, что-то мыть, промывать. А для машины берем. А для пищи мы берем сиртоматки. Я вам так говорила. Как-нибудь еще возьмем. И посмотрим по списку, что еще нам в зиму нужно, чтобы чувствовать себя спокойно. Все, всем пока. Максим попозже покажет вам муку и...